Село Махрузлу Губадлинского района расположено в 19 километрах от районного центра Губадлы. Общая спроектированная территория села составляет 197 гектаров. Предусмотрено, что в селе будут проживать более 2700 человек или 690 семей. Согласно проекту, в данный населенный пункт также включены села Алагуршак и Муганлы, расположенные в Махрузлинском сельском административно-территориальном округе. На начальном этапе планируется построить 145 домов и расселить 649 человек. В селе также будут построены школа, детский сад, административное здание, клубно-общинный центр, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, ремесленная мастерская, медпункт, церемониальный зал, чайхана. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.